шоссе. Старая Чуримская дорога на Иерихон. Да он на автобус едет, слышал. Ты с ним не разъедешься. С туристами. Была такая коллекция? Да, Боря? Поехали. Не знал про такое. И на выходе, наверное, такая же станция. Не помню. На какую сторону? Всяких бабуинов ходит, палестинцев. Наше оружие – Слово Божие.
Да уж, дорога. Бац. Семнадцать лет назад я ехал на ней. 18. Уже 18. Молодой еще был. Ну, изи вез. Как ты на изи дошел? Через Савкина. Через Савкина? Да. Новопечатку. Двое издавал. Книгу его издавал. Дорога к монастырю святого Георгия. Или, так скажем, старая дорога, асфальтированная, из Иерусалима в Иерихон. Офигеть. До монастыря. Это Кипрос впереди. Кипрос. Есть такая конус. Крепость Ирода. В честь своей матери. Построил, назвал в честь матери Кипры. Две машины действительно не развернутся. Вот так сейчас попадется кто по дороге. Привет. Машины не развернут, сейчас с автобусом проблем. Автобусом нельзя развернуться. Не разъехать. Как-то я эти два автобуса. Вот, пожалуйста, два автобуса. Здесь смотровая площадка. Приехали к монастырю? Нет, еще рано. Еще рано. Сейчас там прошло. Вижу. Древний кведук. Кипрос. Кипрос. Да. Ну и дорожка. Полюбуйтесь, какие ущелья. Полюбуйтесь, какие ущелья. Это что-то. Приехал. Тут мне надели рафатку в свое время. Зачем? Ну что, подарок. Поедем дальше. Ну сколько еще можем проехать? Потом снимем монастырь. Где монастырь? Внизу. Им еще идти. Опа, дорога. Хорошая дорога закончилась. Только была до монастыря. Нет, вот там еще что-то. Специально перерыли, да?
периодически перекрывают, не знаю, насколько она будет сейчас. Да. Я шел пешком по той стороне. Возле дворцов Ирода перешел на Хакель. Всегда с водой. Вот, там тропа. Очень опасная, крутая. Вот. Мы возвращались здесь. Вот это Кипрос. На Кипрос заедем. Очень. Сейчас? Ну, когда же? Завтра, что ли? Ох, Иерихон уже виден, да. С Кипроса отлично Иерихон виден. Вот, наделаем снимочков с Кипроса. На Кипроса заедешь? Да, почему нет? А где же тут дорога-то? А дороги там туда нет. Ну, вон вверху пошла какая-то. Я вижу, да, где на нее выезд. Езжай. Я не вижу. Назад поедем, разберемся. Да? Она где-то там выходит. Идет запись, не тяни время. Пока не упремся в шлагбаум. Езжай. Ну вот. Машина на встречу. Да. Алисинский? Тебя баба махал рукой. Да. Привет, израильтянин. Да, ущелье тут. Вон дорога идет, по которой я шел. Высоченный. Смотри, однако, тут. Он. Иерихон, как на ладони. А вон дворцы. Пока едется. Езжай, пока едется. Ну, шлагбаум будет, повернешь. Селение.
еще нет никакого селения. Не ссы. Вся дальше на мечеть есть. Ну вот, лишь на мечеть и проедь. Никакого шлагбаума, никакого поста. Да, но здесь может быть местная полиция. И никакого знака, между прочим, что израильтянам нельзя въезжать. Ты видишь красный какой-нибудь, когда обычно ставится? Нет. И я не вижу. У нас здесь могут быть неприятности. Я не вижу красного знака, что израильтянам въезд запрещен. Ты видишь его? Он внизу там. Не доехал. Вот мы и въезжаем в Иерихон, как и 18 лет назад. Вон уже забор, все, приехали, да? До забора доедешь. Дворцы Рыды уже рядом. Можем сходить на дворцы Ирода. Они вот тут, буквально, слева. Хочешь, сходим, снимем. Вот они. Это называется Тулуль-эль-Алайх, куда мы приехали. Пригород Иерихон. Вот сейчас туда подъедем и снимем.